Ажиотажа на Турцию в Челябинске нет, заявляют представители туристических агентств. Южноуральцы интересуются турами, но не спешат кардинально менять свои планы и предпочитают другие курорты. Пока не получили гарантии безопасности в Турции. Пока страшно. Еще годик подождем, может, на следующий год. Вот забронировали, сейчас на Кипр полетим. Хоть и дороже, но страшно с ребенком. Много мест, которые у нас на Урале, где можно хорошо отдохнуть и как раз-таки заменяемо. Даже то же самое место, как, допустим, Крым, почему его не поддержать? То наше место, где уже часть родины, очень считаю, хорошее, рентабельное место. Для отдыха, для семьи там вообще, в принципе. В принципе, я считаю, что...